Большая и дружная семья – это огромное счастье для любого человека. Но это и большая ответственность, неимоверное количество усилий, прикладываемых для того, чтобы все члены семьи, а в особенности дети, жили в комфортных условиях. В нашем городском округе семьям, в которых много детей, оказывается поддержка. Так и в этот раз в Щелковском центральном дворце культуры 14 многодетным семьям были вручены постановления о предоставлении в собственность земельного участка. Вручала ценные бумаги заместитель главы администрации Елена Суслина. Семья, она была и остается надежной опорой общества. Спасибо вам за то, что вы такими способами на том уровне, на котором вы можете, наше общество развивается. Благодаря вам наше общество прирастает, наше государство увеличивает свою мощь. Все семьи, получившие в свое владение участок, конечно, очень этому рады и уже начали строить планы о том, что именно будут делать на данной земле. Очень позитивно, мы наконец-то это дождались. Очень долго ждали. И что, наконец-то, наверное, сможем построить что-то, начать стройку. Да, место красивое, уже в интернете посмотрели, экологически чистое. А где? Село Петровское. Очень рады, ждали, будем строиться. Напомним, получить земельный участок могут семьи с тремя детьми и более. Они должны являться гражданами Российской Федерации, иметь место жительства на территории Подмосковья и не иметь земельный участок площадью более 0,06 гектара на территории Московской области. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.